Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в ботсаду города Харькова, и сегодня мы поговорим о хосте. Посмотрите, какой красивый здесь уже такой достаточно большой участок, заполненный ей. Будем исходить из того, что хоста любит тень. Конечно, здесь немножко солнце на нее попадает, но потом оно уходит, и она практически целый день находится в тени. Хоста является прекрасным способом высадки под деревьями. Как вы знаете, под деревьями, если мы садим газон, постепенно он начинает становиться жидким, скуднеет, и в итоге вида никакого нет красивого. Поэтому есть вариант вместо газона просто высадить в шахматном порядке, скажем так, хосту, и постепенно растение достаточно агрессивное, она дает очень много отростков от корня. Постепенно этот весь участок будет покрыт хостой. Оставьте какие-то дорожки для себя и все. Хосты очень много разной. Вот этот вид такой вот с белым, с желтым. Есть зеленая хоста, есть голубая, есть мелкая, есть крупная. Мышиная хоста – это вот такой вот листик маленький. Вы можете выбрать ту хосту, которая вам нравится, и посадить ее в теневом месте. Она будет вам очень благодарна. Если же вы посадите ее на солнце, то листва может немножко буреть, скажем так, и подгорать. Красиво это не будет. Лучше, конечно, если вы посадите ее в тень. И опять-таки, если вам нужно заменить газон в тени, то это один из самых лучших вариантов. Для того, чтобы как можно больше узнать о ландшафтном дизайне и услугах нашей группы, вы можете перейти на ссылку под этим видео. Всего доброго! Смотрите наш канал!